Вам слово. Рады победе. Спасибо болельщикам. Спасибо футболистам. В это тяжелое переходное время молодцы. Собрались и победили. Спасибо им. Поздравляю вас с победой и вашу команду. У меня такой вопрос. У вас в стартовом составе вышло 6 номинальных защитников. Это с чем связано? Вы как-то опасались, как будет у Питерского из-за того, что результат был сегодня важнее. Они, правда, потом 2 ушли, буквально сразу же во втором тайме. Но с чем связано было вот это? Потому что состав был несколько, ну, мягко говоря, такой, для меня лично неожиданный. Ну, у Витебска очень хорошие крайние защитники идут с подключения. И тот же и Печенин, и Матвиенко тоже хорошо играют во флангах. Поэтому мы усилили фланги. Потом получили карточки и заменили двух защитников, перестроились. Спасибо. Ну, Владислав Владимирович, скажите, пожалуйста, ну, все-таки, как вы сказали, спасибо там болельщикам, игрокам, а футбольному клубу Витебск спасибо за подаренную победу, можно сказать? Ну, любая победа, она не подарена, она заслуженная, может быть, в меньшей степени, конечно. Нам подфартило, хотя пенальти был, не было, это усмотрение судей. Единственное, что еще кроме болельщиков и игроков, могу сказать спасибо уже бывшему штату тренерскому во главе с Пилипчуком. В принципе, это победа, ну, заслуга их, работа велась с ними.